Торжество православия отметили в Казанском кафедральном соборе Северной столицы совместной молитвой. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Вместе с архипастырем молились и мои коллеги. Великого поста церковь отмечает торжество православия в память о событиях Константинопольского собора, который восстановил иконопочитание Византийской империи. Евангелие этого дня напоминает нам о том, каким образом Господь Иисус Христос призывал апостолов следовать за Ним. «Восхоти, Иисус, изыти в Галилею, и обрети Филиппа, и глагола ему, гряди по мне». Беже Филипп от Вифсаиды, от града Андреева и Петрова. Обрети Филипп Нафанаила и глагола ему, его же писа Моисей в законе и пророцы, обретохом Иисуса, сына Иосифова, и же от Назарета. И глагола ему Нафанаил, от Назарета, может ли что добро быть? Божественную литургию в кафедральном соборе Северной столицы в этот день служит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. В завершение архипастырь обратился к верующим со словами проповеди. Господь нас требует, конечно, веру подтверждать делами. Вот как ведь свойство огня какое? Греть, правильно? Свойство света – светить, свойство воды – орошать, а свойство веры – проявлять себя в делах добрых. И в делах добрых не от случая к случаю, а каждый день. В духовной жизни не может быть перерывов, переносов. Вот я отдохну маленько, на курорты съезжу, еще что-то сделаю. В духовной жизни так не бывает. Если мы говорим, да, вот я сегодня, наверное, правила не вычту, завтра вычту. Это мы только таким решением порадуем бесов. Сказать, во, хорошо, сегодня он не помолился, отлично. Владыка призвал внимательно смотреть за своей духовной жизнью и оценивать свою веру непрестанно. Молитва, пост и добрые дела характеризуют крепость веры, а потому нельзя оставлять их.